Шайхутдинова Аэлита, команда Иннополис. Бежит, а пока бежит, тут уже следующая категория подходит. Спортсменка одна была в своей категории, но тем не менее показала великолепный результат. Аплодисменты Аэлите. Троеборье – это всегда одно выступление за троих. А Маскарад Олеся, сборная Удмуртии, первое место по рейтингу за кипировки 67,5 килограмм. Друзья, не расходимся, потом будет общая фотография. Обязательно нужно дождаться этого момента, чтобы войти в историю. Установили первое место категория мастера 40-44. Весовая до 75. Менделеевские аплодисменты. Тихонова Лилия. Место пауэрлифтинг без экипировки с допинг-контролем награждается Хилажев Алин. Сборная Иннополис, очень дружная команда, показывающая сильные результаты. Спортсмена займут на пьедестал. Гибрид льда, второе место, пауэрлифтинг без экипировки с допинг-контролем, 67,5 килограмм весовая. И первое место у спортсмена из Казани, сборная планеты фитнес, Шарафиев Анаи. Спортсмен всегда приезжает на турнир со своими замечательными детьми, показывая пример отца спортсмена. А за первое место награждается Пушин Константин, юниор, пауэрлифтинг без экипировки с допинг-контролем. А следующая категория собрала весь пьедестал. И на третьем месте спортсмен из планеты фитнес, пауэрлифтинг без экипировки с допинг-контролем. Дебютное выступление Асадулин Эдуард, Набережные Челны. А второе место в этой категории занимает Сурин Анатолий. Сурин Анатолий, команда Иннополис. И первое место на пьедестале в этой категории занимает капитан команды Иннополис Икряников Антон. Дружная команда Иннополис всегда приезжает в большом составе, выступая, как правило, в пауэрлифтинге. А за второе место пауэрлифтинг без экипировки с допинг-контролем, открытая возрастная группа, Герунов Ярослав награждается. Набережные Челны. Парень очень тяжело входил в категорию, но достойно выступил, показал хорошие результаты. За неделю просто чуть ли не 10 килограмм пришлось сбросить. Сатаров Радик первое место в этой категории занимает. Вчера этот человек на пьедестале вот весил 95 еще вечером, сегодня утром пришел 90. И у нас сформировался абсолютный зачет пауэрлифтинг без экипировки с допинг-контролем. Третье место в абсолютном зачете занимает Сурин открытой возрастной группе, Сурин Анатолий. Thank you.
место в этой категории в абсолютном зачете занимает Шарафиев Наиль, спортсмен из Казани. Вот мы сейчас достаем из наших закромов кубок для Наиля. И первое место у атлета из Казани Иннополис, Икрянников Антон. Абсолютный победитель пауэрлифтинг без экипировки с допинг-контролем в открытой возрастной группе весовая категория 82,5 килограмм. Алешин Александр, присед без экипировки, с допинг-контролем, мастера 40-44 года, весовая до 90 килограмм. Алешин Александр, очень скромный, сильный атлет из Камских Полян. А также награждается и аплодисменты компании «Фактория». Это та компания, торговая сеть, которая поддержала, это редкий случай в наших видах спорта, пауэрлифтинг, гарплифтинг, спортсменов денежными призами. Шайхутдинова Аэлита, жив без экипировки, с допинг-контролем. Первое место, команда «Иннополис» опять. Эта спортсменка уже не ждет, взяла медаль и готова выйти на пьедестал. Она не ждет, когда ее пригласят, а заходит сама, выбивая дверь острым каблуком и сильной ногой. Живет в экипировке с допинг-контролем Некратова Дина, координатор тренажерного зала клуба «Планета Фитнес» Набережные Челны, а мастер спорта Джимми Лежа. Буквально вот недавно как раз пришло удостоверение мастера спорта. Поаплодируем гения. Сагриев Тимур. Первое место. Жиглёжи без экипировки. С допинг-контролем среди юниоров. Следующая категория собрала весь пьедестал. Жиглёжа без экипировки с допинг-контролем. Открытая возрастная группа 67,5 килограмм. Лунтовских Никита, третье место. А второе место у спортсмена из Набережных Челнов, команда «Планета Фитнес». Муктасибов Руслан. В этой категории открытая группа 67,5 килограмм занимает спортсмен из Набережных Челнов. Сборная Набережные Челны, мастер спорта Зинатулин Рустам. Атлет является призером соревнований общероссийских «Пара Крым» 2019, абсолютным чемпионом республики Татарстан, который в октябре прошел в Казани, уже лежа в открытой возрастной группе. А следующая категория также собрала весь пьедестал. Сидоренко Павел, третье место, его дебютное выступление. Жив лежа без экипировки, команда «Планета Фитнес», аплодисменты. Всегда приятно видеть успех людей, которые впервые ступили на эту соревновательную тропу и успешно достигают результатов замечательных. Богатырев Андрей в этой категории занимает второе место. А вот обратите внимание, это вот тот самый гравер, у которого волшебная машинка стоит в комнате при входе в клуб, и он делает гравировки за считанные секунды на медали. Это чудодейственная машинка. Стоит такая штука, по-моему, 100 рублей, да, мы разговаривали. За 100 рублей через несколько секунд у вас будет памятная гравировка в обратной стороне медали. И первое место в этой категории занимает Икрянников Антон, капитан команды «Иннополис». А внимание чекинских атлетов, на входе есть плакат, где вы можете увидеть адрес, контакты граверов наших замечательных, которые могут вам
буквально все до ювелирных изделий обработать. Дамаскин Алексей, первое место, жилье без экипировки, с декаду 90 килограмм. А первое место же все же без экипировки с допинг контролем мастера 44, весовая до 90, занимает Горюнов Александр. Горюнов Александр. Первое место жим лежа без экипировки с допинг-контролем, открытая возрастная группа, весовая категория до 100 кг с результатом 140 кг занимает Гатаулер Максим. Как я понимаю, это сборная Удмуртии, раз капитан команды сборной Удмуртии здесь находится и направляет свой объектив на спортсмена. А жим лежа без экипировки с допинг-контролем мастера 44 года. Завьялов Иван первое место занимает. Следующий спортсмен занимает первое место, жим лежа без экипировки с допинг-контролем в открытой возрастной группе до 140 кг. Из Менделеевска выступает за сборную набережной Челны Шушпанов Антон. И Антон может не уходить с пьедестала, его результат также пошел зачетом. Категорию мастера 40-44, жим лежа без экипировки с допинг-контролем. Еще одна абсолютка, абсолютно один зачет. Третье место в абсолютном зачете, номинация «Жим лежа без экипировки с допинг-контролем». А в открытой возрастной группе, занимает с допинг-контролем открытая возрастная группа до 82,5 кг, 102 очка. И Пряников Антон, капитан команды «Иннополис». Буквально с разницей в несколько десятых балла вырвал второе место, жим лежа без экипировки в абсолютном зачете. Зинатуллин Рустам с Антоном, разница в несколько десятых. Первое место в абсолютном зачете с допинг-контролем занимает Шушпанов Антон. Аплодисменты атлету Менделеев, сборная набережной Челны. Первое место мастера 60-64 года среди женщин занимает Панкова Елена. Ее дебютное выступление. Женщина абсолютно не волновалась, спокойно, уверенно пришла к этой победе. Воспитанница Дины Некратовой. Аплодисменты этим замечательным двум девушкам. А также награждается денежным призом за смелость и хороший результат. А первое место становая тяга без экипировки с допинг-контролем среди юниорок, весовая категория 56 кг, занимает спортсменка из команды «Иннополис» Шайхутдинова Аэлита. Тяга без экипировки с допинг-контролем, открытая возрастная группа 67,5 кг.
килограмм. Занимает Катарулина Ольга первое место. В становой тяге без экипировки с допинг контролем среди юношей категория 67,5 кг с результатом 160 кг. Первое место занимает Ширкалин Дмитрий. Первое место в становой тяге без экипировки с допинг контролем среди юниоров с результатом 170 кг весовая категория 67,5 занимает Глажа Алик, команда «Инома». Первое место занимает в становой тяге без экипировки с допинг-контролем открытая возрастная группа до 67,5 кг. Стрелков «Димор». Много первых мест, и борьба среди команд, как правило, будет идти за то, какой результат показал спортсмен. Мастера спорта, международника или элиту. Это все добавляет баллов в командный зачет. Первое место стартовой тяги без экипировки с доперконтролем до 75 кг занимает Капуров Сергей. Следующая номинация собирает двух спортсменов на пьедестале. Второе место становой тяги без экипировки и с допинг-контролем среди юниоров занимает галичанин Игорь. И первое место в этой категории становой тяги без экипировки и с допинг-контролем среди юниоров весовая 82,5 кг. С результатом 180 кг занимает Никишин Самир. Планета фитнес, набережные Челны. Эта номинация собрала трех спортсменов на пьедестале. Федяев Сергей, становая тяга без экипировки с допинг-контролем. Третье место. Сурин Анатолий, становая тяга без экипировки с допинг-контролем. Открытая возрастная группа, 82,5 кг. Результат 217 кг. Второе место. И уже неоднократно побывавшие на пьедестале. Первое место занимает Игряников Антон. Первое место занимает Федотов Денис. Федотов Денис. Аплодисменты спортсмену. Это всегда очень памятно, трепетно запоминается. Ваша энергия передается всем, кто вот туда на пьедестал. Первое место стартовой тяги мастера 50-54 с результатом 215 занимает Зимин Олег. Не просто показывать в таком зрелом возрасте, а замечательно такие отличные результаты. А также в фактуре спортсмен награждается денежным призом, безусловно, медалью за чемпионство. За первое место становой тяги без экипировки с допинг-контролем юноши до 90 кг с результатом 160 занимает Кузнищев Захар, по-моему. Становая тяга без экипировки с допинг-контролем. Открытая возрастная группа до 90 кг. Результат 302 кг. Доменский Айвер. Аплодисменты атлету. Он к нам практически приехал из Эстонии. Или из Латвии. Немножко посоревновался в становой тяге. Занял первое место.
и Айверс. Становая тяга без экипировки с допинг-контролем мастера 40-44 до 90. Алешин Александр, первое место. Очень скромный, сильный атлет, никогда не кичится своей силой, всегда милая улыбка на лице, настоящий богатырь из Вятских полян. Плотников Сергей, первое место станового тяга без экипировки с допинг-контролем до 100 кг, открытая возрастная группа. А следующая категория – это абсолютный зачет становой тяги без экипировки с допинг-контролем. Третье место в этой номинации в абсолютном зачете. Третье место в абсолютном зачете занимает Сурин Анатолий. Сурин Анатолий, команда «Иннополь». Денежным призом от фактории, памятным кубком от Союза пауэрлифтеров России. Второе место занимает бесконечный, прописавшийся на пьедестале Игрянников Антон, команда «Иннополис». В паспорте прописка «Пьедестал почетный». А тренер, капитан, талисман сборной «Иннополиса». Вот они, два человека, два талисмана, две бороды, талисманы «Иннополиса». И первое место Копылов Сергей занимает в абсолютном зачете в становой тяге. Денежными призами, кубками, памятными дипломами награждаются спортсмены в абсолютном зачете. Благодаря все компании «Фактория». Аплодисменты, друзья, таким добрым людям, меценатам, которые вкладывают в это свои средства. Первое место станного тяга без экипировки. Открытая возрастная группа до 67,5 кг с результатом 140 кг станного тяги. Аглиуллин Агульчичак. Это капитан команды сборная «Набережные Челны». Кандидат мастера спорта. Первое место станного тяга без экипировки. Открытая группа 225 кг. Сайкушев Сергей. Следующая номинация собирает двух спортсменов на пьедестале. Становая тяга, Гусев Денис, весовая 82, результат 185 кг. Второе место. И первое место в этой категории занимает спортсмен с результатом 250 кг, при весе 82,5 кг, становая тяга, Нестеренко Сергей. Исхаков Руслан, становая тяга без экипировки, открытая возрастная группа, до 90 кг, 220 кг. Результат, первое место, Исхаков Руслан. А следующий спортсмен сегодня поднимал самый огромный вес в становой тяге на помосте и заставил нас поволноваться. Большин Денис, первое место, становая тяга, открытая возрастная группа, 315 кг, и также награждается денежным призом от фактории, памятным дипломом и медалью. Да, приятно пожать руку Дениса, очень скромный, сильный атлет, как правило, выступал в боегорье, всегда показывает очень высокий результат. Махметуллин Руслан, первое место, жив лежа без экипировки, мастера 55-59, 132,5 кг и выступа, и первое место в активе.
мастера, мастера, да, они как флагманы, ведут молодежь за собой, как Андрей Макаров, тренер команды чемпионов клуба «Атлет» из Уфы, Башкортостан. Также награждается денежным призом от компании «Фактория», судя по шерсту купюр за моей спиной. Аплодисменты Рахматуллин Руслану. Первое место среди юношей занимает в жиме лежа без экипировки Ашков Александр с результатом 105 килограмм. А жим лежа без экипировки открытая возрастная группа до 82 килограмм с результатом 5 килограмм. За второе место в этой категории награждается Струков Василий. Ребята из Уфы успели в последний момент заскочить на подножку уходящего поезда и зарегистрировались буквально в последние минуты. И первое место в этой категории занимает атлет из сборной Удмуртии. Капитан команды сборной Удмуртии с результатом 195 килограмм Адыга Виталий. Награды за своих учеников, воспитанников. А теперь приглашается сам жим-лежа без экипировки мастера 60-64 до 100 килограмм с результатом 120. Первое место занимает Максютов Флорид. Также награждается денежным призом. Фактория поддерживает долголетие спортсменов. Надеемся, Максютов Флорид, это поможет вам, замотивировать вас на дальнейшие успешные тренировки. Ежегодно 5-6 раз в год Максютов Флорид выступает на состязаниях, показывает хорошие результаты своей возрастной группы. А первое место многонедельная софт-экипировка с допинг-контролем занимает среди юношей Янышев Владислав из Казани. Лежа в однослойной экипировке до 75 килограмм весовая категория с результатом 200 килограмм занимает атлет из Кубертау, республика Башкортостан, атлет категории «Элита России» Галямов Айнур. Регулярно выступает, стабильный результат, ниже 200 не жмет и никого не пускает на пьедестал даже близко. За первое место 90 килограмм, 39 повторений, это норматив мастера спорта международного класса, был превышен. Скомкарев Роман, руководитель Федерации Союз пауэрлифтеров России Республики Татарстан. Показатели, яркий турнир, спасибо тебе огромное, мы всегда у тебя бываем, очень приятно бывать в гостях на твоем турнире. А за второе место народный жим-мастера 40-49 лет, Ключников Виктор, награждается 18 повторений. Виктор является призером европейских соревнований в своей возрастной весовой группе. Вот уже мысленно он на первом планирует на чемпионат мира в декабре отправиться. Дамаскин Алексей, первое место, народный жим в этой категории. Дамаскин Алексей настраивает камеру. Все для истории, для приятных впечатлений. А как же без этого? Это часть турниров, часть общения в железном правде, которая тебя заряжает потом в дни долгих тяжелых тренировок. Итак, народный жим СДК мастера 40-49. Шушпанов Антон, первое место, 19 повторений.
всегда приятно видеть прекрасную половину человечества рядом с жизнью, которая ее не портит, а даже наоборот еще больше украшает. Народный жим с допинг-контролем, половина собственного веса, 42 повторения. А к первого Динара первое место занимает. Следующий спортсмен показывает просто невероятное долголетие. Сейчас находится уже на пороге практически 8-го десятка лет, вступает в 8-й десяток лет, вот скоро уже 70 лет ему вспомнят. Мор Альберт, мастера, народный жим, стабильно выступает флагман нашей команды сборной Набережные Челны. Весельчак, юморист, награждается в том числе денежным призом от компании «Фактория». Альберт Михайлович, восхищаемся вашим позитивом, умением радоваться жизни. Наш неувядающий Альберт Михайлович Морф. Народный жим юниоры, результат 31 повторение. Юрлов Игорь, категория 67 килограмм. Челны, 61 повторение, 61 повторение, элита России. События 100 повторений и на их долголетство в клубе «Стар». Что ж, случилось 97, это лучший его результат, это чуть ли не в два раза перекрывает норматив элиты России в народном жиме. Наиль, аплодисменты тебе, мы за тебя болели. В следующих соревнованиях точно будет 100. Первое место. Первое место. Очень сложно было идти к этому результату. Наиль, кубок. Очень вдумчивый спортсмен. Такие результаты действительно возможно делать, все просчитывая, понимая анатомию, биологию, биохимию, биомеханику. Только можно с такими знаниями выходить на суперрезультат. Сапожников Александр, народный жим, первое место. Пожалуйста, на пьедестал. А Манохин Игорь, народный жим, открытая весовая категория до 90, первое место. Мастера 40-49 лет награждается Ашков Сергей. А за первое место народный жим среди девушек, открытая возрастная категория до 56 килограмм, 43 повторения, награждается Манохина Евгения. Вот это рекордсмены наши.
российские, но там будет еще Репка Артем, самый из них яркий рекордсмен. Кашкин Владислав, Уфа, Уфатлет, Башкортостан, за первое место награждается. А среди юношей 13-19 лет с результатом 105 повторений награждается за место Макар Алексей. Из Менделеевска, говорят. Итак, все соревновавшиеся спортсмены были награждены. Сейчас последует вызов атлетов на допинг-контроль. Внимание всех, кто выступал в категории с допинг-контролем. Будет вызов спортсменов на допинг. Никита, атлет Башкортостан, Уфа. И для следующего атлета мы приготовили особый сюрприз. Это спортсмен, который любит бить, устанавливает рекорды России, сам же их бесконечно бьет. И сегодня он далеко оторвался от своего предыдущего рекорда. С результатом 143 повторения. Среди юношей первое место занимает Ревка Артем. Награждается денежный призом за такой невероятный результат. За установление очередного рекорда России. И за выдающийся результат также награждается вот таким вот чудесным кубком. С рекордсменом России вошел в историю. Итак, на этом закончится церемония награждения.